Девушки, ребятки, с вами Лекс, и мы продолжаем играть в Poppy Playtime 3. Наконец-таки, ребята, мы приступим к дальнейшему прохождению. И, разумеется, мы с вами открыли проход к Dog Day'у и пойдемте сразу же, никого не томя, никого не задерживая, сразу сюда. Все, ребята. Ой, опять головоломки. Мы должны сейчас где-то здесь, видимо, встретить Dog Day'а. Смотри, мы можем использовать вот эту вот фигню. Мы видели с вами в трейлере то, что она так как-то применяется. Это мы ставим так. А, дергаем за рычаг. Бэм! Заработало! Красота! Не забываем прожимать лайки, ребят. Мне будет очень приятно. Почему здесь пройти не могу? Там дым. А кто там стоит? Не кажется, или там кто-то стоит? Эй! Ты кто? Есть кто-нибудь? Ладно, без разницы. Надеюсь, там никого не стоит, потому что что-то мне кажется... Это просто какой-нибудь дым. И просто воображение мое разыгралось. Так, и меняем здесь. Получается, делаем так. Делаем так. Вот эту штуку мы двигаем сюда, для того, чтобы ворота не открывались. И, разумеется, мы сделали не все. Разумеется, нам эту штуку еще нужно было сделать. Точно. Теперь делаем то же самое. И теперь за рычаг дергаем. Бэм. И теперь... Па-ба! Проход открыт. А здесь, может быть, дверь открылась тоже? Проверить надо. Ладно. Не судьба. В любом случае, ребята, прожимаем лайки, чтобы как можно быстрее вышла следующая серия после этой серии. Потому что эта серия, я думаю, будет не последняя. Я думаю, еще как минимум две серии. Ну, это и третья будет. Ой-ой-ой, скример-то какой! Ребят, вот это вот скример с дымом они вставляют в каждую часть. В каждую часть Poppy Playtime. Если вы помните первую главу, там то же самое было. Во второй главе то же самое было. Тоже в определенных сценах. То есть все время используют. Ой-ой-ой, осторожно. Лайкусики прожимаем для того, чтобы все быстрее выходило. Если вам что-то понравилось, пишите. Если вам что-то не понравилось, тоже пишите в комментариях. Как вам игра, как вам новые персонажи, как вам Кэтнэп и все остальные. Можете написать, мне будет очень интересно почитать. Так, мы отсюда должны выйти, я так понимаю, да? Все, мы здесь сделали все свои дела. Активировали все, что было нужно в этом домике. Кэтнэп здесь вообще какой-то бесполезный. Вообще ничего не делает, вообще ни на что не способен. Подожди, и что? Я правильно иду, надеюсь? На выход, ура! Господи ты, боже мой, Хаги? Нет, это Кися. Это Кися. Ее видно было, то, что Кися. Ну не, на самом деле, пока я не увидел ресницы, я не увидел. А вот в темноте как будто вот специально сделали. Тут она становится особенно тревожной. Хорошо, что Олли помогал тебе все это время. Мы нашли тебя только благодаря ему. А кто такой Олли-то? Я думал, это девочка, это мальчик, оказывается. Похоже, крушение поезда нас обоих потрепало. Тебе пришлось через многое пройти. Кстати, у нее вроде бы рана какая-то, да, на щеке? Вон, у нее рана. Я должна тебе все объяснить. Идем. Пойдем. Объяснения будут не лишними. С тобой. С нами все будет в порядке. Ля, какие смешные. Вообще топовые. Ну и что там? Запускай шарманку. Это что такое торчит? Ключ. Я не могу украсть. Я уже хотел ключ украсть. Все? Приехали. А, вот этот самый момент из трейлера. Все, поехали? А, как будто обиделась, стало так смешно. Послушай, я тебе не враг. Я не могу позволить тебе уйти. То, что происходит там внизу, гораздо важнее наших жизней. Без тебя я не справлюсь. И теперь мы можем отомстить всем монстрам, которые пытали тебя. Которые пытали нас. Но они были не одни. Они лишь следуют за своим вожаком, прототипом. Ага. Окажешь там честь? Что за честь? Что это? А, кнопку нажать. Сами уже ничего не могут. Вот для чего я им. И даже в кнопки ходить нажимать. Ну чё, ладно. Да вон все видно. Ты чё села-то так смешно? Блин, прикольные анимации у него смешные. Он хватается так за лапку свою. Ножки так поджимает. Прикольно. Бэм.
Да будет свет! Аллилуйя. Вы видите, у нее покоцанное личико. То есть она, видимо, тоже пострадала от того, что поезд... крушение. Крушение поезда произошло. Прототип уже знает, что мы идем. Если попытаешься сбежать, он убьет тебя. Ты даже не успеешь добежать до двери. Это из-за него я была заперта в этом жутком ящике. Ты даже не представляешь, на что он способен. Позволь мне помочь убить его. Позволь мне помочь всех спасти. Мы все видели, что под силу тебе. От твоих рук погибли Хаги и мамочка, погибли. Тебе я обязана свободой. Ты для этого идеально подходишь. Скоро появится Квадримод. Он последнее препятствие на нашем пути. Нам нельзя здесь оставаться. Береги себя. Олли позвонит. Такая прикольная она здесь. Она такая прикольная. Помните, да, я предполагал то, что, скорее всего, Поппи окажется противником. То есть она главный злодей, все-таки, главная злодейка этого проекта, этой игры. Я до сих пор так считаю. Я надеюсь, что она будет главной злодейкой. Привет, это снова я. Похоже, Поппи все тебе объяснила. Кстати, она включила запасной генератор для купола. Дальше план достаточно простой. Нужно восстановить электроснабжение в зоне добычи газа. Сперва вернись в уже знакомый тебе дом, милый дом. Там ты найдешь большой шнур питания. Он будет рядом со входом. Подключи его к питанию под статуей. И все. Окей. Вот она. Забираем. Ребят, у меня только сейчас в голове появилось предположение, кто такая Олли. Кто такой Олли? Ну, это предположение мне уже не нравится. Только в голове появилась мысль, и я такой, не, говорить не буду, позориться не буду. Круто, гляди. Помнишь генератор в доме, милом доме? О, ключик. Скул. Это был запасной генератор. Такой должен быть в каждой... в каждом здании. Тебе удалось перенаправить резервную энергию дома, милого дома, сюда. Почти готовы. А куда дальше идти? Тут везде довольно опасно. О, кстати, разломал кто-то. Но опаснее всего в игровой. Жуть. Так что лучше всего отправиться в школу. Квадримод обычно туда не суется. Отправляю ключ. Я уже взял. Кто сломал эту машину? Мы с вами были здесь, и она была сделана, разве нет? А, здесь Квадримод побывал. Посмотри, здесь когти остались. Удары от когтей. Офигеть. Почему он побывал здесь тогда, когда нас здесь нет? Почему в другие моменты он сюда не приходит? То есть мы здесь. Иди и избивай нас. Нет. Нет, он против. Он будет просто прятаться всю игру. В принципе, он этим и занимается большую часть игры. Кто такая Олли, ребят, у меня в голове не укладывается. Ну, кто такой? Потому что Олли это ж парень, я так понял. Как сказала нам Поппи. Делайте ваши предположения в комментариях, можете также делиться в Телеграме. В Телеграме тоже многие общаются, у нас чат открытый, и много людей делится своими мнениями, своими мыслями там. И плюс к этому я там тоже в Телеграме сижу и могу с вами пообщаться. Поэтому имейте в виду, ну это пипец как интересно становится, потому что для меня лично непонятно, кто такой Олли. Я знаю, что был какой-то мальчик, который, скорее всего, и был использован для того, чтобы сделать кэтнэпа. Эта штука не открывается. И этот мальчик не может быть Олли, а может быть и может. Я не понимаю. Ой, какая прикольная картиночка, ты посмотри. Здесь и Кэнди Кэт, и Брон, и Бокси Бу. Ужас. Короче, непонятно. Для меня сейчас реально в голове какой-то диссонанс происходит. Не понимаю я. Не понимаю я, кто такой Олли. Просто рандомный ребенок какой-то. Поторопись. Тороплюсь. Включи генератор, выйди и вставь шнур питания в школы по центру. Только осторожно, у меня вряд ли получится подключить тебя с этой стороны купола. Но у тебя будет компания. Там еще кто-то есть, и они тебе не помехи. Они тебе не друзья, наверное, хотел сказать. Они тебе не помехи. Нет, а по-другому было. Так, и что, здесь нет ничего?
Какая-то хрень. Ой! Это мисс Приятность. Простите, что прерываю. Ученики, оставайтесь на местах, пока не услышите звонок. И не ходите по коридорам, если у вас нет пропуска. Ужас. У меня есть? У меня есть пропуск. Так, активируем. Заходим. Блин, какие-то руки, отпечатки. Кто-то оставил. Заперто. Ой-ой-ой-ой-ой! Это та самая, помните? Из трейлера нам показали какого-то, какую-то сущность, какую-то физиономию, какую-то фигуру темную. Что это за фигура, мы с вами предполагали. Но по факту это что-то вообще другое, ребят. Какая-то женщина. Какая-то женщина. А где эти штуки-то искать? Вон, одну вижу там. А еще одна где? Так, ни телевизоров, ничего не вижу. Может быть, здесь будет? О! О-о-о-о-о-о-о! Это мне надо. Где видеоплееры все? Кстати, я так понял, где-то здесь... А-а-а, посмотри. Нот 2, записка номер 2. Интересно. Ребят, мы здесь в этой школе должны еще искать какие-то записки. Видишь, они только в школе, походу, есть. Как их искать, как их увидеть? Они реально же незаметные. Записочки. Записочки. Вы где? Так, это не то. Просто какая-то листок бумажки. Потом, ребят, прочитаем все эти записки. Все вместе. Я надеюсь, то, что они мне в инвентаре останутся. Ну, если мы их найдем вообще все. Потому что у меня что-то вообще нет уверенности, что мы их найдем реально. Туда нельзя идти. Я туда пойду. У меня сейчас загрузка начнется. Видишь, они как-то немножко все равно отличаются, эти картинки, эти записки, но зачастую, они прям не бросаются в глаза. Где, блин, их искать? Вот как будто здесь должно быть, да? А! Ты дура, что ли, блин? Сумасшедшие. Не вижу записок, ребят, простите. Может быть, потом найдем их отдельно уже в отдельном видео со всеми секретами. Я думаю, что так и, в принципе, и сделаем. Все, полетели. А так, жду вас всех в Телеграме. Будет очень приятно. Из-за того, что здесь какая-то записка появилась, теперь внимательно отношусь ко всем этим деталям. Теперь хочу найти все записки сраные, хотя нафиг они нужны. Ладно, пофиг. Го, заберем еще одну эту. Ладно, сюда зайду, может быть, здесь есть. Обычный листок. Пик. Так что, ребята, ваши лайки помогут мне попасть в рекомендации. Набрать на этом видео больше просмотров, а следовательно, следующая серия выйдет гораздо раньше, благодаря вам. Если вы все-таки наберете. Кассету какую-то нашел? Ага, а видеоплеер у нас за решеткой. Окей. За решеточкой. А! Тут задолбала ты! Минутку, я тебя знаю! Точно! Вы раньше тут работали! А как ты? Живой? Я спросил. Жала? Oh. Кто такой Жарп? Жала. Жала говорит, вы ищете коллег. Вот у Дремоту бы не понравилось, что ты тут. Тебе лучше уйти. Все ради вашей безопасности. Блин, здесь такой перевод иногда странный. Как ты в порядке? Хотя она спрашивает, как ты до сих пор жив? Так, ладно. А, вот здесь мы как раз таки и проберемся туда. Погнали.
У меня ощущение, что в любой момент в этой сраной вентиляции кто-нибудь вылупится. Какая-нибудь хрень маленькая. Какая-нибудь хаги-ваги какая-нибудь. Резко нападет со страшными звуками. Будем надеяться, что нет. Так. Запустили шарманку. Побежали. Открываем. Опа! Опаньки. Кассетку смотрим. Где дети? Где же дети? Они что? Там же, где и другие сотрудники? Нет. Они в безопасности? Да. Могу я их увидеть? Нет. Это все? Больше он ничего не говорил. Смеется. Наверное, понимал, что я их всех убью. Ужас. Ё-моё, это она ходит еще под смех этот жуткий. Смотри, банзабани нарисован смешной. Прямо она ходит. Короче, мы сейчас с ней будем драться, я так понимаю. Каким-то образом. О, записка. Ну это, видишь, записка на видном месте была. А есть записка, которая нифига не на видном месте. Бобина, кстати, вон какая-то. Заперта. Ага, нашел. Запрыгиваем. Здесь ускориться нельзя. Алло, женщина, а вы кто? Шлепает своими каблуками, блин. А! И не так уж внимательно слушаешь. Прямо как другие люди. Интересно, одинаковые ли у вас крики? Не терпится узнать. Ну ты уродина, ну ты тварина. Ну надо с тобой, конечно, разобраться. Я вот что могу сказать. Надо с тобой разобраться, что за черный листик. С ней надо, ребят, поговорить. На языке синяков. На языке боли, так скажем. Так, активируем. Пока не понимаю, что активируем. Куда активируем? О! Нифига, привет. Здравствуйте, ученики. Найди моих сестер и меня, чтобы узнать любопытные факты на разные темы. Нажми на кнопку и узнаешь много интересного об анатомии. Интересный факт. Протяженность кровеносных сосудов в теле человека составляет более 95 тысяч километров. Для сравнения, длина земного экватора достигает 40 тысяч километров. Ужас. Самая маленькая кость в твоем теле – это стремя. Она находится в ухе. Повреждения могут стоить слуха. Хочешь узнать больше о человеческих органах? Ужас-то какой. На занятиях будь внимательней. Ужас-то какой. То есть она даже, учитывая, что она не была вот этим монстром, она была уже каким-то странным существом. Какие-то вещи страшные рассказывала. И здесь детей учили? Вот эти вот монстры, вот эти вот страшные училки учили детей? Серьезно? Что-то даже не верится. Ой, сохранение. Ребят, походу, что-то сейчас будет. Здесь заперто. Здесь ничего нету. Так, ну я так понимаю, нам надо восстановить эту фигню. Давайте попробуем. Ну так, наверное. Ой-ой-ой, что происходит? Алло, тетя! Тетя, вы что, все поломали? Она идет меня убивать. У нее дубина какая-то. У нее булава, блин. Иди-ка ты в попочку, тетечка. Кто ты? А-а-а! Она тпшится! Тетя. Тетя, не надо. Тетя, не надо. Тетя, не надо. А-а-а! Тетя, не надо. Что делать-то? Тетя. Тетя, не подходите, я буду кидать вас в стулья. Я буду кидать вас в стулья, не подходите. Не подходите.
Не подходите, не надо. Нифига у нее рожа. Эта рожа просит кирпича. На, под рожу, на. Ой, я привык. Успокойтесь, тетя. На. Тетя, тихо. Тихо, тетечка, Она слишком близко. Чего у нее? У нее булава из карандашей сделана. Я вижу все. Ну ты уродина. Тетя, что с тобой? А что у тебя с челюстью-то вообще? Блин, она меня убьет, походу. Она хочет меня убить. О, голова. Спаси, голова. Тетя. Злая училка, да, тот самый. Те самые любимые детьми штуки. Злой сосед, злые училки. И все подобного рода. Кстати, прикольный плакат тоже, вон снэк. Что такое? Что такое? Что вы хотите? Ай! Она меня догнала, блин. Она как-то трепышется как-то. Поклонитесь прототипу? Чего? Разве он не чудесен? Это кто мне пишет? Катнеп, ты со мной разговариваешь? Не пиши мне больше. Не пиши мне больше, Катнеп, не надо. Короче, ладно. Скример, мы ее посмотрели. Ой, а что машина сломана уже? Ребят, разработчики, чего у вас машина сразу сломана? Она разве должна быть сломана сразу? Так, не подходите. Бежим дальше. Я, в принципе, понял, что надо делать. Надо взять вот эту фигню. А где она? Тетя пропала. Тетя пропала. А-а-а, она идет сзади. Тетя, не ходите за мной, пожалуйста. Страшно же. Так, куда-то бежим. Я не понимаю, где она? Вон она идет, уродина. А, здесь, видишь, заперто. Так, а что делать-то надо? Где эти электрические штуки? Мне где-то надо взять эту штуку. Так, она вот как-то обходит. Ладно, пускай обходит. Где электрические штуки? Туалет закрыто. Я где? Вот она. Я не понимаю, где мне взять эту электрическую. Вот она, да? Нет, ребята, не то. Ай-яй-яй. Я, походу, ребята, это облажался. Я что-то кругами хожу. Тихо. Обходим ее, обходим. Главное на нее смотреть. Я понимаю, она... Когда на нее смотришь, не так быстро передвигается. Так, я эту штуку взял, хорошо. Просто бежим. Зарядили, хорошо. Я застрял, помогите. Все нормально. Кто здесь? Кто здесь вообще? Где она? Кто она? Ё-моё, она ходит за мной. Смотри, здесь нужно какие-то два зеленых. Я не успел. Дверь открывается же? Тихо. Она заходит сюда? Где она? Ё-моё. А что не открывается-то нихрена? Алло, блин, а что происходит? Нихрена не открывается. До свидания. Он застрял? Ха-ха-ха! Я тебя выиграл! Я победил тетю! Он застрял. Я придумал! Я не про вас говорил, а про другую тетю! Я про другую, честное слово! Тарына какая! Идите в жопу! Она идет за мной зачем? Зачем ты ходишь за мной? Не надо за мной ходить! Не надо за мной ходить, у меня здесь это опасно. Опасно. А-а-а! Ты что? Ты уже определись, в какую сторону ты пойдешь? О! Не получилось! Почему так?
Все-таки нужно с другой стороны брать. О! Беги за мной, беги. Да бляха-муха, она опять сломана! Женщина, отстаньте. Женщина, что с вами не так? Тихо, не подходите ко мне, пожалуйста. Я занят, видите, работай. Я пришел на фабрику спустя 20 лет работать, блин! А не бегать от каких-то монстров. Работать пришел. Дайте работы. А то они с дубиной нападают, уроды всякие. Кто? Она тупая, что у вас? Вы что делаете, разработчики, блин? Кто вообще так делает некрасиво? Видели, да? Я видел. Я видел. Это вообще пипец. Тихо, тихо, не подходи, не надо. Успокойся. Подходить нельзя ко мне. Ко мне подходить нельзя. Ой-ой-ой. Кто она? Вот она. Эта штука не отодвигается. Надо открыть проход. Открыл проход. Где ты? Где ты? Где ты? Не уходи с моего взгляда. Не подходи. Она зачем-то это идет на меня. Кто я? Кто здесь? Не надо! Не подходи. У меня ракетка, у меня петарда. Ко мне нельзя. Так, хорошо, мы запустились. А, я понял, что нужно сделать. Нужно открыть вот эту дверь, она уже открыта, в принципе. То есть она не... Ой, так у меня была дверь открыта! Что я вообще стоял? Ну не подходи, не смотри на меня. Она не дает мне выйти. Ты тупая, блин, дай мне выйти. Я убежал. Пошла в жопу, страшила. Пошла в жопу, страшила. Пошла в жопу, страшила. Пошла в жопу. Все, да, сейчас будет какой-то этот скриптованный момент. Пока-пока. Победа! Победа! Победа, победа! 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 Жесть какая, посмотри на нее. Кто ты такая, блин? Училка, вон, посмотри на нее, это оружие. Просто, это линейка какая-то огромная. Всунутая в нитку, в клубок ниток. Из этих клубка ниток торчат огромное количество карандашей. А я могу обратно? Не, нельзя. А то я уже хотел посмотреть, там что такое, может быть, есть интересное. Ну, какие-то записки собрали, я не знаю. Мы собрали вообще всего лишь 3 записки, охренеть, из 6. Госмотреть. Сегодня раздался стук в дверь, я слышала что-то дыхание, я не знаю, кто это мог быть. На мой оклик никто не ответил, после того, как нечто замолкло, я несколько часов сидела и пыталась понять, это ли существо заперло нас здесь. Я смастерила что-то вроде оружия, взяла карандаши с линейками, перевязала скотчем и веревкой, решила назвать это жалом. Она с ним разговаривает. Она разговаривает своим оружием. Какое себе... Такое себе оружие, конечно, но когда дверь откроется, я должна быть готова. Мое нутро требует еды. Я думаю только о том, как я голодна. У меня едва хватает сил подниматься с пола. И только жало меня поддерживает. Оно дает мне сил. Я поняла, что если стою неподвижно, совершенно неподвижно, все думают, что я умерла. Жало говорит, что мне нужно поесть и... что другие учителя меня не заметят. Я готова на все, лишь бы голод прекратился. Сегодня дверь открылась, и я услышала, как кто-то вошел в мой коридор. Мы с жалом увидели, что нас поджидает кот Дремот. Все это время мы были в агонии, а дверь закрыл он. Я это знаю. Я хотела его убить, но понимала, что не смогу. Мне показалось, он был очень рад, что осталась именно я. Тогда мы заключили сделку, теперь мы заботимся друг о друге. Мы сообщаем другому обо всем, что видели, и сообщаем все ему. Ну, ему, вы понимаете, кому. Эй, что происходит? Берите. Ему, ребят, это прототипу. Ой. Ему это прототипу. Блин, страшная, конечно, школа. Страшный персонаж. Мы получили оружие, ура! Я зая-попрыгушка. Давай допрыгаем до луны. На счет 3. Раз, 2, 3. Не так уж и далеко удалось добраться.
Снова. Раз, два, три. Не, не вышло. Это не прекратится, пока мы не допрыгнем до Луны. Раз, два. Нет, не смотри под ноги. Это не важно. Опять, опять. Прыгай. Жесть. Опять все сломано. Что здесь вообще происходит? Так, вижу батарейку. Вставляем. Где мы вообще? О-о-о! Ребята! Помните, да, это место тоже? Из скриншотов. Дурацкий лифт. Чего говоришь, Ричи? Да, ничего. Давай уже доставим посылку и пойдем. Лол. Ты, смотрю, не в восторге с этого места. Какая-то атмосфера тут гнетущая. Тебе не кажется, что детям не помешает солнечный свет? Не под искусственным освещением и с разрисованным небом. Черт побери, нам с этими ребятами даже говорить нельзя. Как-то это... Прости, Стю. Прости? Речь, которого я знаю, так не выражается. Видишь ли, я стараюсь меньше раздражаться. Жена говорит, я славный малый, но мне бы научиться держать себя в руках. Стараюсь ради нее. Рич, ты просто не такой, как все. Ты говоришь прямо в лоб. Но это мне в тебе и нравилось. Правда, что ли? Таких, как ты, немного. Знаешь, Ричи, я скоро уйду на пенсию. И меня давно просят найти себе замену. Я хочу порекомендовать на свою должность тебя. Серьезно? Да, но пока все неофициально. Уверен, что под этой маской вечного недовольства скрывается отличный парень. Честный и трудолюбивый человек. Если убедишь меня в этом, то успех тебе гарантирован. Ух ты! Не знаю, что и сказать. Рад, что не все вокруг считают меня придурком. Не все, Рич, не все. Я правда не понимаю, кто это такие, все разговаривают. Ну, типа, кто из них стал там каким-то монстром? Кто из них прототипы, не прототипы? Потом разберемся, как говорится, в разборах. А пока можете подписаться в телеграм-канал. Да, ребята? Там мы всегда все обсуждаем. Если какая-то новость выходит, что-то интересное мы находим, секретики, пасхалочки и прочее, мы сразу же в телеграме со всеми делимся. Поэтому не упускайте возможность, так скажем. Не будьте глупцами, будьте умницами. Так, куда-то запрыгнули. Куда-то запрыгнули. Победа! Мне нравится перчатка, прикольно с ней прыгать. Кто здесь? Кто с электричеством? О, сохранение. Так, ну здесь, я так понимаю, будет супер... Супер. Ну, давайте сначала вот это настроим. Легкая головоломка. Просто по кругу она, наверное, должна будет идти. Давай сразу это сделаем тогда. Опа. Опа. И... Опа. Ну это лип, да, походу? Запускает. Давай проверим. Опа! Да, лип запускается. Победа! Победа! И где мы? Я просто думал, что я выйти не могу. Что происходит? Ой-ой-ой, ребята! Что это такое? Кэтнеп, ты откуда вылез? Я видел, как ты тпшнулся.
Давай лапу, Катнеп. Будем спасать тебя, как мамку спасали. Если вы помните, о чем я, как мы спасали мамку. Так, ну и что мне с ним делать? Молится прототипу, я так понимаю, это его алтарь. И там, кстати, живой, ну точнее не живой, кости человека находится, настоящего человека. Ой, исчез. Ушел. Ужас. Ну ладно, валим отсюда. Поклоняется кому-то лже-богу. Почему поклоняется, непонятно. Почему он решил сделать его богом для себя? Так. Я лишь не понимаю, реально. Для меня непонятно. Так, пистолетик берем. Тук-тук. Что здесь? Ой, кто? А, маленький какой! И что ты мне сделаешь? И что ты мне сделаешь? Ё-моё! Бегает, бегает. Бегает, бегает. Не-не-не. Ой, блин! А! Ну, блин, у них скримеры есть. Плохо. Плохо, что у них скримеры. Эти души заслужили покой. Плохо, что у них есть скримеры. То есть, я так понимаю, сейчас их будет вообще дофига этих... С маленьких риттерсов. Сейчас их будет вообще до хрена, ребят, готовьтесь. Готовьтесь к этой жопе. Сейчас будет вообще их огромное количество. О, единорога. Здорово, единорога. И чё, и чё, и чё ты хочешь доказать? У меня пушка, алё. Ты в курсе, нет? Так, здесь где-то должна быть кассет. Привет, я Бобби Обнимашка. Я люблю тебя до луны и обратно. Ты сводишь меня с ума? Без тебя я в растерянности. Меня потеряли уже очень давно. Возьми меня с собой. Ты ведь меня не оставишь. Так. Вот я так и знал. Я так и знал, что где-то в передней комнате будет. Так, кассету нашли. Кассету нашли. Что за кассету, вопрос? Кэтнеп. Okay. Ладно, это код Дремот. Эксперимент под номером 1188. Как его зовут по-настоящему? Okay. А, хорошо. Hey, ну, привет, Тео. Как поживаешь? Normally, обычно этим занимается доктор Сойер, но... Сейчас не работает он. Так что пока ему не найдут замену, я буду с тобой. Для начала, прошло ровно 4 года с тех пор, как ты живешь в новом теле. И ты отлично справляешься, дружок. Слышал, что после того, как ты и другие улыбающиеся зверята, ну, типа пеклопёс, свинка-капризулька, траля-ля, появились в приюте, у тебя не получалось наладить отношения с детьми, как у других. А сейчас что? Дети тебя обижают? Тебя и твой красный дым? Понимаешь, это же супер. Обожают они обижать. Как твоя штучка для голоса? Еще не сломана? Прототип спасет всех. Репотабно. Тео, тебя никто не спасает. Твое место в тюрьме. Мы будем тебя уводить только ради встреч с детьми в приюте. Но твой дом тут. А твой прототип живет в лаборатории. Такова твоя судьба, привыкай. Че это сейчас было, блин? Ни хрена себе, блин. Просто спокойно разговаривают, какие-то эксперименты над ними ставят. Тук-тук. О, костер кто-то разжигает. Ой-ой, иди отсюда! Я помогу костер разжечь. А что ты? Что ты встал? Сломался? Что, сейчас другой появится? Да, видишь, они появляются. Они разные еще появляются. Ты чё? Ой-ой. Ой-ой. Он меня не убивает, смотри. Ты чё? Ты кто такой? Чё у тебя с хвостом? Кто тебе хвост откусил, блин? Половину хвоста. Это кто вообще? Это зайка, да ведь? Хопис Хопскотч, или как так? Кто здесь? О, Бубафан! Бэм! Ладно, я валю. Не подходите сюда, блин. Мне страшно. Ой-ой-ой!
Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Где они? Я не понимаю даже, где они идут. Не подходите ко мне. Я не подходите ко мне, не надо. Куда-то бегу, хер пойми куда. Не туда. Или туда. Туда мне надо или нет? Да, вроде сюда. Прибежали. Прибежали. Спускаемся. Ой-ой-ой. Я слышу их. Кто здесь? Кто здесь? Ой-ой-ой. Не подходите близко, у меня ствол. Ой! Не подходите, говорю, у меня ствол. Дуг да и младший. Побежал, побежал. Ой, кнопку нашел. Ой! Кто ей? Я слышал тебя, дурак! Так, смотри, здесь коробка, походу. А-а-а! Отстреливаемся от уродов! Коробка еле упала, блин. Иди ты нахрен, блин, отсюда, дурак. Ту, какой, блин, этот. Вроде маленький, вроде такой, миленький. А страшный, блин, просто ужас. Что делать-то надо? Вторую надо активировать. А-а-а! Дурак, блин. Куда идти-то? У меня патронов нету. Заканчиваются. Так, еще одну кнопку. Вот, вижу. Его активировали. Эй! Ни хрена они отлетают. Два патрона осталось. Так, поднимаемся наверх. Там какая-то кнопка должна быть, да? Ой, кто я? Спасите! А это вообще залагал. Ты чё встал-то? Ты сумасшедший, что здесь прыгаете, блин? Смотри, кнопка какая-то. Нажимаем. А, это туда штуку переносит эту. А меня не убьют, пока я здесь стою? Верните обратно мне. У меня 5 патронов. Уходите отсюда нахрен. Так. Что-то выходит. Не открывается дверь, помогите! Ой-ой-ой! Идите отсюда, блин. Ладно, поднимаемся наверх. Что это такое? Ну, выход. Справедливо? Как обычно, блин. О, выход, ура! Угу. Во всех играх одно и то же, блин. Так, ладно, тогда спускаемся, я так понимаю. Правда, я не понимаю, куда мы спускаемся. Я вообще не понимаю, где мы. Мы уже, блин... Только прошли. Какой-то бассейн вообще здесь красивый. А открываются дверцы? Закрыто. Ой, а что здесь? Смотри, там что-то есть как будто. Но зайти туда нельзя. Вон, слышь? Работает как будто что-то. Или это мелкие эти шуршат. Это смайлинг ридерсы шуршат. Уроды такие маленькие. Я понял. Так, что здесь? Кто в теремочке живет? Ой-ой-ой, ребята, хата Дугдея, походу. Нифига себе! Или это Кэтнэп здесь живет? На этой лежанке, походу, спит Кэтнэп. Потому что, смотри, отпечатки когтей вот эти вот. Царапки остались кэтнэповские. Жесть! Мы нашли хату Кэтнэпа. Мы нашли хату Кэтнэпа, ребят. То есть он все время здесь, получается, спит? Жестко. Блин, ну мы эту локацию с вами видели тоже на скриншотах, и здесь должно быть что-то интересное по логике вещей. Здесь какой-то монстр должен быть. Ё-моё! Ты ангел Поппи? Ты здесь, чтобы спасти нас? Мне нечего больше сказать. Не здесь. Ангелочек, ты в домике Кота Дремота. В их доме. На тебя сейчас уставились миллионы глаз. Они наблюдают и ждут, умирая от голода. Они только и мечтают, что пробраться тебе под кожу. И сожрать тебя кусочек за кусочком. Да не особо. Чтобы заполнить пустоту внутри тебя. Себя. Это существо. Кот Дремот. Прототип. Для него бог.
И так он расправляется с еретиками. Эти игрушки-малютки по пятам следуют за котом Дремотом, чтобы избежать той же участи. За это им перепадает еда. Мы пытались бороться с этим, избавиться от власти прототипа. Я последний из улыбающихся зверят. Слушай, тебе надо убираться отсюда. Тебе надо... нельзя умирать. Вы с Поппи можете все исправить. Покончить с этим безумием, с пытками, с... О, нет. Нет! Что происходит? Ужас! Ё-моё! Уходи, беги! Я не буду бежать, я с тобой останусь навсегда. Они захватили его тело полностью. Жесть какая, просто пипец. Они просто... Они внутри него, вы понимаете? Они пробрались прямо в... во все его внутренности. Они стали, можно сказать, одним целым с ним, и теперь они управляют его телом. Это просто жесть. Это самая, наверное, страшная сцена, которую я видел. Самая такая неприятная. В Poppy Playtime я имею в виду, именно в Poppy Playtime. Как вы считаете? Пишите в комментариях, очень интересно почитать. О, нет, нет, нет! Ты посмотри, они... И вот отсюда, и просто туда залезают! Жесть какая! Не, я больше там стоять не хочу. Страшно. И что мне делать? Куда идти? Ай! Ой-ой-ой! Он за мной бежит? Не-не-не-не-не! Не надо за мной бежать, у меня это... У меня справка от врача. Мне нельзя бегать. Мне нельзя бегать! Ой-ой-ой! А-а-а! Он здесь, он здесь, он здесь, он здесь, он здесь. Он хочет за жопу меня укусить. Не кусайся за жопу, не кусайся, нельзя. А здесь малыши будут? А-а-а! Здесь малыши. Тихо, я слышу вас. Куда идти-то? Ой-ой-ой! Куда идти? Бегу-бегу-бегу-бегу-бегу! Иди в жопу, урод! А куда идти здесь? Ну, давайте сюда. Всё? Победа? Мы сбежали, походу, всё. О! Где он? Он здесь! Я понял. Ты лох! Ты проиграл! Лежать! Лошара! Просто лошара! А чё орать-то теперь? Ну, и чё? Ну, проиграл, и чё орать? Ну, не справился ты. Я слишком силён для тебя оказался. Ну, нифига себе! Какой же трэш-то он творится! Просто пипец! Так не получается, в любого персонажа вот этого плюшевого могут так залезть? Вообще в любого, над любым могут взять контроль. Пекло-пёс говорит «Апорт!» Беги, не останавливайся! Почему ты просто стоишь? Тебе нельзя здесь оставаться. Нельзя. Это, наверное, пытки, когда на него напал вот этот вот кэтнэп. Куда идти-то? На него, наверное, кэтнэп напал и взял в плен. И разорвал его тело напополам. Ну, я, по крайней мере, представляю так. Жесть. Просто жесть. Сюда, что ли? Ё-моё, кто звонит? О, нифига, где мы были, прикинь? Ты как? Трав нет, руки, ноги на месте. Как же я рад, что с тобой все нормально. А то каждый раз так жаль, что когда здесь кто-то умирает из моих друзей. Как тебе алтарь, кстати? Это код Дремот смастерил для прототипа. Понимаешь, до того, как код Дремот стал таким, он пережил какой-то несчастный случай. Он чуть не погиб, говорят, прототип спас ему жизнь. Жесть. А сам за это и поплатился свободой. Для кота Дремота прототип супергерой, который спас это место. Вот почему.
Так что в глазах кота Дремота прототип прямо как бог. И кот Дремот убивает всех, кто позволяет себе лишнего в его сторону. Если не будем осторожны, он и нас прикончит. Прикончит. Этот алтарь — жутчайшее место. Но это только имитация. В реальности все куда страшнее. А я не знаю. Кстати, мы почти закончили. Да? Я отправил тебе новый ключ. Вместо этого ты пойдешь в кабинет советника. Такой себе вариант. Но горючего должно хватить. Если сможешь запустить генератор и вставить шнур в разъем, значит, миссия выполнена. Только остерегайся кота Дремота. Смотри, обычно он прячется в тени там, где свет мерцает. И он всегда преследует добычу перед атакой. Если вздумаешь чем-то обороняться, он обязательно это отнимет. И в момент, когда ты будешь слабее всего, он тебя убьет. Кот Дремот — прирожденный охотник. Удачи тебе. Ой, это что такое? О, это вот от этого места нового. Ой-ой-ой, ребят, вы понимаете, то, что здесь кто-то все уничтожает, вы видите? Здесь каждым разом мы сюда спускаемся, и это место по-разному выглядит. То есть, тогда был сломан этот аппарат, теперь вообще все разломано. Свет вообще по-другому теперь начал здесь работать, он по-другому выглядит. То есть, здесь как будто аварийное освещение включилось. Это просто жесть. У нас 50%, кстати, заряжено, это уже говорит о том, что, ну, половина игры мы точно прошли. Половина игры мы, ребята, с вами 100% прошли. Я думаю, что следующая серия окажется последней в прохождении. Жесть. Это самая, наверное, страшная серия из всех, которые у меня были. Потому что эта школа — это вообще какой-то ужас. Какой-то вот эта вот тетка, училка, которая за тобой ходит. У нее офигенная анимация. У нее офигенно сделано вот этот вот устрашающий эффект, когда она за тобой идет. Вот этот вот эффект марионетки. Это знаете, на что похоже? Вот есть такие вот монстры, как SCP, на которого, типа, когда не смотришь, он двигается. И вот это было очень похоже. То есть она и в темноте двигалась, и когда ты не смотришь. Ну, видимо, в темноте ты, типа, не видишь. То есть она двигается только тогда, когда ты не видишь. В этом прикол. Круто сделали, круто. И у нее вроде в записке что-то такое было написано. То, что она, если на нее кто-то смотрит, она делает вид, что она не живая. На самом деле она живая, типа вот в этом прикол. Ужас. Напишите, как вам. Напишите, кто вам понравился больше. Dog Day как босс. Какие-то Smiling Critters. Либо, разумеется, сам этот. Сама училка вот эта новая. Мне вот интересно почитать и сделать выводы из ваших комментариев. И плюс к этому ждите новые серии. Чем больше лайков вы наберете, чем больше вы просмотров соберете. И чем быстрее вы их соберете, эти лайки и просмотры, тем быстрее выйдет новая серия. Поэтому давайте, не стесняемся, нажимаем. И жду вас в следующем видосе. Всем добра.